Православные забайкальцы в городе Шилка вот уже несколько лет в рождественские праздники не только посещают богослужения, совершают дела милосердия, но и готовят праздничные постановки. О спектакле, прошедшем в этом году, расскажут наши коллеги. В городе Шилка на Рождество маленькие и взрослые зрители каждый год с нетерпением ждут театрализованное представление семейно-приходского народного театра. В этом году православные артисты Петропавловского прихода поставили зимнюю сказку «12 месяцев». Но прежде чем сказка началась, зрители увидели еще одну интересную историю, которая случилась с героями популярных мультиков – дядей Федором, котом Матроскиным, почтальоном Печкиным, Винни-Пухом, Пятачком, Вороной и проказницей Шапокляк. Не обошлось и без полюбившихся за прошлые годы героев – Деда Мороза и Снеговика. Поставила сказку в этом году руководитель воскресной школы Ольга Степкина по сценарию Натальи Климовой. Как всегда, представление оказалось увлекательным и захватывающим. Зрителям, несомненно, понравились красивые костюмы, сценические световые эффекты, яркая игра актеров, даже самых маленьких. В представлении приняли участие актеры от 6 до 50 лет, то есть дети и родители 14 православных семей. Кроме того, друзья и благотворители из Шилки, Читы, Москвы помогли в пошиве костюмов, организации декораций и фейерверков. Светлая рождественская история посеяла в сердцах зрителей семена добра и любви, подарила всем участникам действа вдохновенную радость общения.